Уберите этого предателя с глаз моих! С большим удовольствием, сэр! Спасибо вам. Если бы не вы, все могло бы кончиться совсем по-другому. Какие у вас планы? Мы отправимся в Санта-Фе и попытаемся встретиться с ангелочком. Благодаря письму Кларка, найти его не составит труда. Что ж, мистер Купер, желаю вам всех благ. Какая женщина. Уберите этого предателя с глаз моих! С большим удовольствием, сэр! Спасибо вам. Если бы не вы, все могло бы кончиться совсем по-другому. Какие у вас планы? Мы отправимся в Санта-Фе и попытаемся встретиться с ангелочком. Благодаря письму Кларка, найти его не составит труда. Что ж, мистер Купер, желаю вам всех благ. Какая женщина. Прошу прощения, мистер. Тот человек, с которым вы только что поздоровались, это случайно был не мистер Моргенштерн? Что? Нет. То был мистер Гудман, глава железнодорожной компании. Моргенштерн? Он вон там. Да? Мы с вами знакомы? Вы меня не знаете, но я знаю вас. Вас называют ангелочком. Это я-то ангелочек. Я этого не писал. Но здесь ваше имя. Ангелочек — это Гудман. Тому есть доказательства. Бухгалтерские книги, они находятся у его секретарей. Каждый из них носит с собой одну треть записей. Новое задание «Проблемы с секретарями» получено. Улики против Гудмана можно обнаружить в бухгалтерских записях железнодорожной компании «Гудман и сын». Гудман разделил бухгалтерию между трех своих секретарей, которые регулярно встречаются в офисе шерифа. Захватите их. То есть нам надо захватить трех шерифов. Проблема в том, что город кишит бандитами, и придется истреблять и бандитов тоже. Так, всех спрячем вот в этой комнате от греха подальше. Кто хочет сыграть в покер?
Действовать буду я одним только доком. Ну и работа. Что теперь? Ну и, собственно, начинаем отстрел. Так, я специально хотел... Так, а через окно я не смогу застрелить вот того мужика? Все, начался кипиш. А этот на балкон быстренько. Амуниция. Самое время. Стервятники уже ждут. Потерял себя на карте, не вижу, где я. Сейчас вот эту крышу будем зачищать. Что такое? Черно невеселые переверные. Никто не будет о тебе сообщать. Что такое? Помогите! Так, отступаем. Боже мой, что такое? Шериф нет, это бандит. Шерифы, есть шерифы, их нельзя убивать, но они при этом могут убить нас. Вот, у них ружья. Если у чувака пистолет, это точно бандит. Потерял его. Где бандит? Так, ну тут, в принципе, я так понял... Где-то рядом со мной вон он подо мной бегает. Так, давайте вниз. Где шериф? Да поможет нам Бог. Так, здесь в округе мы все расчистили. Остались одни мирные. Смотрите, как в разные углы совершенно деревни разбежались эти секретари, которых нам нужно будет захватывать. Гробовые гвозди! Помогите! Гробовые гвозди! На шерифа бы не нарваться. Здесь шериф. Где-то здесь обитает шериф. Его нельзя убивать, но при этом он может нас убить. Глупая идея. Это был бандит. Стервятники уже ждут.
Увидимся в аду. Встреться с Создателем. Так, здесь почистили. Шериф, позовите шерифа. Встреться с Создателем. Так это не шериф, слава богу. Самое время. Так, мы уже расчистили довольно большую часть города. Помогите! Помогите! Ну, тут цели, конечно, не стоит расчистить город. Здесь стоит цель поймать, связать трех секретарей, но на самом деле не хочу заморачиваться с каким-то стелсом. Сперва город зачищу. Это кто, бандит? На лошади. Это тоже бандит. Помогите! Помогите! Так. Никто не будет о тебе скучать. Он решил поспать. Умри, свинья! Нет, помогите! Поверь мне, никто не будет о тебе скучать. Стервятники уже ждут. Так, здесь где-то обитает шериф, насколько Амуниция. Я знаю. Самое время. Вон он стоит, вон он, внутри этого помещения. А вот, кстати, один из трех секретарей, которых мы должны вырубить и связать. Извините, что не снимаю шляпу. Так, выбежал шериф. Сейчас шерифа надо быстрее вырубить газом. Ладно, туда. Как скажешь. Спокойной ночи. Так это был шериф. Увидимся в аду. Встреться с Создателем. Так, от шерифа я избавился, не убив. Амуниция. Самое время. Гробовые гвозди. Кстати, а где этот? Куда делся этот? Навстречу нам попадался секретарь. Помогите, помогите. Куда ты делся? Ушел. Ну ладно, поймаем потом. Пока что надо связать шерифа, чтобы не очнулся. Где-то бегает бандит. Вон он. Поверь мне, никто не будет о тебе скучать. Так, на всякий случай тоже от этого избавлюсь. Тем более здесь, видите, газ. Извините, что не снимаю. Газ нам нужен будет, чтобы шерифов. Черт. Шерифов обезвреживать, бомбочка. Не убивая. В принципе, смотрите, мы уже расчистили львиную часть города. На карте надо посмотреть, где находятся секретари. Гробовые гвозди. Нет, сперва придется еще и от этих бандитов избавляться прямо по курсу.
жизнь. Черт, за мной погони из шерифа. Где шериф? Меня вроде только что шериф спалил. Вон он идет. Сейчас мы его газом встретим. Шериф или помощник шерифа, тут хрен разберешь. Но это добрый. Черт! Когда продолжим? Стервятники уже ждут. Так, связываем шерифа. Нет, пока связать не получается. Поверь мне, никто не будет о тебе скучать. Убийца! Так. Вон еще третий шериф бежит. Давайте пока этого свяжем. Ладно. Вон шериф, надо его доставать тоже газом. Помогите! Помогите! За мной шериф бежит. О май гадабл. Амуниция! За мной погони из шерифа. Прикройте меня! Уже в дороге. Так, быстро хватаем этот газ. Так, все, вырубил я. Убежал я от этого шерифа и... Уверен? Обезвредил его газом. Уже троих шерифов я отключил. Прикройте меня! Что это было? Помогите! Так, где-то здесь, кстати, уже можно потихоньку и... Этих. Ну ладно, если попадутся, я их узнаю. К секретарей. Давайте сперва все-таки городок подчистим, а потом уже будем секретарей убивать. Не убивать, а ловить. Да поможет нам Бог. Помогите! А он еще один, четвертый уже шериф, черт бы его подрал. Когда же вы кончитесь, шерифы? Так, где тут на карте эти? Секретари. Вот один из них. В принципе, город уже практически зачищен, можно охоту на секретарей начинать. Первый есть. Так, еще один где-то рядом. Вон еще один. Черт, шериф. Черт подери, шериф. Так, достаем газ, нужно вырубать его. Так, избавились от этого шерифа. Ладно. Связываем. И связываем этого секретаря. Да-да, конечно. Так, есть секретарь. Первый. А, даже второй же, да. Третий. Нам остался последний секретарь. Он находится где-то вот здесь. Вон она. Уверен? Не все, миссия пройдена. Ладно. Помогите! Там стреляют! Так, спасибо, всем пока.